Заходим. Заходим. Только здесь света нет, аккуратней. Света во всем доме нет? Да нет, нет. Конкретно это, аккуратнее только здесь. То есть света во всем доме нет? Да, да. Отключили конкретно. Нужно... Отключили когда? Вот во вторник. Вот прошлый вот. На прошлой неделе, да? 20. Какой там был? А до этого было, да? Все? Конечно. Все года были. Угу. Они же ну, знали, что я живу здесь. Так как нет отопления, работал годами калорифер, чтобы трубы не перемерзли пластиковые в подвале. И как вы сейчас, а до этого, а как вы сейчас без света, без воды живете? Так и живу. И сейчас я вам потом покажу. Ага. Значит, мне самое главное батарейку хоть зарядить в аккумуляторе. Ну, в смысле, в телефоне, извините. Ага. А там на углу я нашел это, свой щит с розеткой. Ага. Вот там заряжаю. Или в машине вот, от аккумулятора. Ага. А куда-то обращались вы, что вам говорят, вот, что со светом, с водой? Да, писал это, вот в прокуратуру написал, но это же ведь надо месяц ждать ответа. А в МЧС обращался, а у них это не чрезвычайная ситуация. У них вот, когда кошка, вот на дерево, извините, кошку тоже, конечно, жалко, вот они выезжают, а вот это у них не считается чрезвычайной ситуацией. А застройщик вот? Дома. Он, видите, пишет, что вы матываете отсюда. Ага. А вам некуда выматывать? На самом деле никуда. И деньги заплатили все? Конечно. Сколько заплатили? 2 миллиона. Ага. Вот, пожалуйста, пройдите. Ну вот. Вот снимите, пожалуйста, мой котел, который хотят отобрать. А зимой отапливаете калорифером? То есть тепла-то нету, да? Ну, от электричества, естественно, от электричества. Ну, не все комнаты. Вот, закрываю там, ну, потому что это же невозможно, все комнаты. Холодильничек будет. У нас интересно как. Это, знаете, да, единственное, мы просто брали за это деньги. Так получается, что там щитовая, и она меньше площадь, поэтому... Нам денег вот хватило на вот именно такую меньшую, как сказать, площади. А там вот просто идет щитовая туда. Ну. Вот так вот. Я зимой вот только здесь и живу, так как, чтобы оплачивать, ну, в смысле, электричество нагорает. Вот только вот в этом помещении. И вот телевизор у меня был здесь, видите, все. Вот эту воду, которая. Это у меня все вода везде стоит. Ну, извините. Это я приношу. Вот. Ну, это, извините, но технически нужное. Понимаете, да? О чем? Это я не делаю, потому что вдруг это все развалится. И меня это все это, видите, как это. Ну, а то я тогда еще и сделал, успел. Ну, когда еще? Ну вот, когда начал делать, я его. Ну, сам делаю. Я на пенсии. Я сам делаю. Вот еще огонь. Сказали мне не критик, посоветовался.